Добрый день, дорогие друзья! От души приветствую всех участников фестиваля «От спортивной семьи к Олимпийской победе». Совсем недавно, 3 месяца назад, на этих аренах проходили наши зимние Олимпийские игры. И в том числе здесь, на Адлер-арене, соревновались самые лучшие конькобежцы мира. Здесь звучали голоса в их поддержку болельщиков со всех стран нашей планеты. Но сегодня эти объекты спортивные используются и для проведения таких мероприятий. Массового спорта. Хочу обратить ваше внимание на то, что массовый спорт является не только базой для спорта высоких достижений, для олимпийских достижений, но и для укрепления здоровья всей нашей нации. Именно с детства, с семьи закладывается любовь к спорту. А любовь к спорту несовместима ни с табаком, ни с сигаретой, несовместима с алкоголем, ни с водкой, несовместима тем более с наркотиками. Спасибо большое всем участникам этих соревнований. Мы кое-что сделали за последние годы. На 6 миллионов человек у нас начали заниматься больше регулярно физической культуры в нашей стране граждан. Но этого недостаточно. Уже много, 35 миллионов человек, но в ближайшие 5 лет мы должны сделать еще один серьезный рывок вперед. Не менее 40% всех граждан России должны регулярно заниматься физической культурой. И, конечно, мои слова благодарности сегодняшним участникам, сегодняшним победителям. Я хочу обратиться ко всем семьям страны, ко всем начальникам высокого, среднего и более низкого уровня. Нам нужно все сделать для того, чтобы поддержать таких энтузиастов спорта, как те, которые собрались сегодня на Адлер-арене, и двигаться вперед. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с победой.